попытаться вот и прозвучать в этом времени. А Нину Землер вы можете слышать на «Эхе Москвы», она политический обозреватель. А было мне бы стул нужен будет. А, давай. Песня про балалайку. «Наше брусничное все». Андрей Васильев. Восприимчива к тишине, и настроить ее нетрудно, если птицу расслышать в ней, если птицу расслышать в ней. Лишь коснуться ладони тени самой звонкой ее струны, неизведанным восхищением будут звуки озарены, восхищением озарены. На соседней гудьба поголубже, растревоженная гульбой, и смешит, и слезами душит нарастающая любовь. Ей последнее равнозвучно, но иные слова поет, заметая напев минувший, за любовью обман идет. Балалайка немного струнна, но отзывчивая она, жилы в дрожь и поет колдунья, восхищенье любовь обман, восхищенье любовь обман. Название струн балалайки. Восхищение, любовь, обман. Нет? Нет, это я придумал. Это ты придумал. Какой ты придумал? А то я думаю, надо спросить, а вдруг это вот официально имеет какое-то значение? Ну, будет. Но с тех пор, если теперь будет. Васильев придумал, все. Вот. Теперь стихотворение, посвященное вот этому инструменту. Если бы не дочка, наверное, стихотворения бы не было. Я увидел в магазине, вот и сказал дочке, слушай, хочу купить бузуки. Она говорит, ну, покупай, будешь бузить. Извлекать хотелось звуки. Я добыл себе бузуки по длине мензуры вроде электрической басухи. Ай, бузуки, что за термин? В голове бушует ветер, бередит воображение, начинается буженье. Есть фамилия Сузуки, там цветет японский край, там сидит в кустах бамбука возбужденный самурай. Он кусач, как 40 щук, он шипуч, как 100 змеюк, аркебузой по базуке, саблю в пузо и каюк. Едут, едут, едут с юга тени мстительных хазар. Дыни, груши, арбузуки обуздали весь базар. В огороде муэдзины дуют в свой манок бузинный. Въехал дядя киевлянин в минарет на дребузине. Бучит гувернантка злюка разбузившихся ребят. Придет глокая бузука, отбуздрючит всех подряд. Сам король его бузучество пропел, быса бузучи, а потом бузука нову бузданул, не забузучись. Комбузиторы музуку подгоняют под бузуку, толстобузый инструмент приглашают на концерт. А дочка, которая...
которая тебя на это дело вдохновила, она сейчас тоже уже доктор или еще кандидат? Нет, она доктор физмат-наук. Дочка доктор физмат-наук вдохновила папу доктор химических наук. Вот на такие интересные стихи. Она была кандидатом еще. Ну да, действительно. Вот. А следующая песня, она написана, ну, мои стихи. Андрей, национальность этого инструмента. Что? Национальность этого инструмента. Нет, национальность греческая. Ну, в общем, там, из тех краев. Вот. А следующая песня, она написана благодаря супругам Брусницыным на мои стихи, классикам бардовской песни Светланой Богдасаровой. Эти стихи вот Сергей ей лично принес. Нет, это я. Ну, или Галя. Диктовала по телефону и диктовала. Вот как. Ну да, что она сказала, хочу писать песни, нужны хорошие стихи. Сказали, а вот есть там у нас там подмышка. Вот этот человек, так что вот они доставили несколько стихотворений, и была написана песня, она была действительно один раз исполнена под фортепиано. Вот, и я сейчас попробую под фортепиано ее испеть. Я на нем играть не умею, я знаю, какая клавиша как называется только. А стихотворение называлось «Ударное смирение», когда Светлана Богдасарова, кто не знает этого имени, это человек, который, благодаря которому Юрий Висбор поступил в пединститут, потому что вдохновился музыкой, которую играла эта студентка, девочка на рояле в главной аудитории МГПИ. Вот. А потом, когда ей уже исполнилось 75, там уже к 80 годам, она вернулась в авторскую песню, и благодаря ей вернулись в авторскую песню Акуджава и Висбор, ранее еще никем не спеты. Вот так представьте себе стихи Висбора, стихи Акуджавы, благодаря Светлане Богдасаровой. Ну и в этом же ряду имен Андрей Васильев. Так, ну попробуем. Гибнет оркестр, я брюзжачий и злой. Старый ударник, чую беду, но мое ремесло. Чую беду, но мое ремесло по барабану. Наш композитор летает с трудом, плавает мелко, взять и прихлопнуть бы этот дурдом. Взять и прихлопнуть бы этот дурдом медной тарелкой. Первая скрипка ушла за кордон, деньги на ветер. Деньги на ветер, ну и водите, кто может смычком. Ну и водите, кто может смычком по кастаньете. Сам дирижер умыкает кусок лучших финансов, водки хлебнем, в голове будет все. Водки хлебнем, в голове будет все. На концерте разок, стукнув литавры, куш за единую ноту высок, куш за единую ноту высок, выдержим право. Я брюзжачий злой, старый ударник, чую беду, но мое ремесло, чую беду, но мое ремесло по барабану. Вот такие интересные размышления старого ударника. Мне интересно, они в 90-е годы, да, у него в голове родились? Это вот падает за тобой. За тобой падает. Бузука падает. Бузука падает. Там все схвачено, да. Уже упал.
сам лично показал. Андрюш, какой, в какие годы появилось это стихотворение? Ну, в 10-м году, по-моему, недавно. А, то есть уже... то есть так вот было тяжело уже. Нет, ну почему? Это был конкурс. Надо было написать стихи про ударные инструменты, и я по заказу написал. Ну что, здорово. Спасибо. По барабану.